Гранадская Альгамбра – один из трех европейских памятников культуры, принимающих участие в экспериментальном проекте TechCloud. Мобильные приложения позволят получить культурную информацию через игры, соцсети и дополненную реальность благодаря программе «Культура». Historias interesantes a los usuarios, aplicaciones con contenido interactivo, poder compartir en redes sociales, de manera que la experiencia sea más gratificante, sea más colaborativa. Два других участника проекта – Музей изобразительных искусств в Бирмингеме и норвежский город Трондхейм. Координатор проекта – Мадридский политехнический университет. Участвуют организации из Испании, Норвегии, Великобритании, Италии и Германии. Dada la característica, la diversidad que tiene la Alhambra es muy importante para este proyecto porque presenta diferentes formas de probar aplicación. Задача заключается в том, чтобы пользователи могли получать персонализированный контент. Acercar la cultura y el patrimonio cultural a toda la sociedad y a todos los perfiles, personalizando los contenidos. Первые версии «Культуры» уже тестируются пользователями. Туристам нужно только скачать приложение. После этого достаточно приблизить мобильный к табличке, чтобы получить доступ к контенту. Cualquier niño de hoy día maneja una tablet, maneja un smartphone, o sea, hay que subirse a ese carro sí o sí. Juntar la cultura con la tecnología lo veo bastante bien porque es como si le estuviésemos invitando a los adolescentes a entrar a un mundo que a lo mejor pues Вся информация, содержащаяся в приложении, будет храниться в облаке. Таким образом, контент может меняться и актуализироваться без необходимости обновления приложения на мобильном устройстве.